Министерство здравоохранения Республики ежедневно информирует жителей ДНР о суточном числе выявленных случаев коронавирусной инфекции. Наш выпуск продолжит сводка Минздрава по заболеваемости COVID-19 за текущую неделю. В республике показатель развития пандемии перешагнул отметку 27 тысяч случаев заболевания. Статистика заражения коронавирусом в ДНР за минувшие дни выглядит следующим образом. 15 марта из 756 проведенных исследований был выявлен 231 случай заболевания инфекцией COVID-19. 16 марта в связи с резким увеличением количества проведенных тестов это число коронавирусных больных достигло 328. Вчера зафиксировано 266 случаев заражения COVID-19. По состоянию на 10 часов утра 18 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики 27 392. На лечении находятся 5224 пациента. Успешно побороли недуг 20 015 человек. Летальных случаев 2153. Также за прошедшие сутки был выявлен 81 случай заболевания пневмонией. Всего же на лечении с диагнозом воспаления легких находится 921 пациент, 462 из которых на кислородной поддержке.